Всех приветствую. Недавно я вылазка на ночную охоту. Искали трофеи вдвоем с товарищем. Ходили в основном по вот этим водорослям. Охота была интенсивная, водичка уже холодная. Активный поиск. Такие небольшие щучки. Очень много их было. На ней была полная луна, и в большинстве случаев рыбка была активная. Не знаю, из-за чего это связано, может, рыба путает день с ночью. Ну, либо вечер с ночью. Не замечаю неплохого карасика. Засветил его сильно, к сожалению. Не получилось показать всего красоту. Это был золотой карась. Небольшой такой кругляшок. Замечаю неплохую щучку. Прошел примерно час после начала охоты. И это промах. Буквально тут же встречаю неплохого оленя. Точным выстрелом беру его. Время уже примерно 23:00. Рыбка начала выходить. Очень много было некрупной щуки. Мелкая щука вся стояла смирно, которая более крупнее, она была активная, ну, более осторожная. Вот, ребят, еще одна неплохая щучка. Тоже беру ее. Спряталась и ничего не боится. Щучка маленькая, не будем ее брать. Ну и вот, друзья, замечаю огромного карася. Просто вот обратите внимание, насколько широкая спина у него была. Карась в районе 1,5 килограмм.
Давно мне уже не встречались сазаны. Такое ощущение, как будто их не стало. Либо они уже скатились на русло. Не получилось заснять выстрел. Взял хорошую щуку, килограмма 3,5. Камера была выключена. Шла она на меня по дну. Не успел включить камеру. Хорошая щучка. Не знаю почему, но чем ближе к полуночи, тем больше рыбки получалось увидеть. Может, она выходит в это время, непонятно. Чувствую себя более безопасно. Наверное, тоже у нее есть и часы, и календарь. Не знаю. Но много раз такое замечал уже. Много малька, отличная кормовая база для щуки. Поэтому, скорее всего, она тут и держится. Малечек держится территориально, в принципе, как и щучка. Бывает, идешь полчаса, ни одной нету. Потом натыкаешься на местину, а их там штук 5. Вот неплохой подлещик. Тоже ближе к полуночи начали проскакивать. До этого ни одного не видел. Ну и вот, друзья, наверное, самая неожиданная встреча этого сезона.
Беру судака, стоял верхом. Ни разу не видел, чтобы судак так себя вел. Не знаю, может, не здорово был, может, с листами. Непонятно мне вот это поведение его было, если честно. Судак хороший, в районе 2 килограмм. Засвечиваю просто отличного карася, не знаю, где-то в районе, может, 2 килограмм, но его не беру, потому что прям над ним был отличный сход. Хорошая крупная рыба, услышал прям хлопок, поэтому сюда и пошел. Не знаю, кто был, не увидел. Силуэт увидел, очертания хвоста, либо амур, либо толстолоб. Что хочу сказать, друзья, еще 2 раза его поднимал, даже не увидел все равно, кто это. Также срывался, по спирали ходил, по кругу. Все, друзья, в принципе, дальше выстрела больше не будет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем удачи.